видел я праву. Меня игла пронзит прямо в сердце, меня придавит на свет колесо. Косят мне все глаза, словно солнце, и красный мах сотрет меня снизу. Поставляй, поставляй, твои губы малые, ты же голову куда-то.
на самых прекрасных дом. Такие, слава богу, есть на свете, когда чинить человек, угощать, по кабакам водить, она тебе сама все делает. Да что любит? Давай! Я пошел в него, мне руку разбила огонь.
ночам. Убился просто сам, не послушался и маму, и пошел кабак. Отчего бы не пойти, ведь я и так дурак. Про самую прекрасную траву, которая находится обычно под каждым домом, растет. Ну, может быть, у вас это будет помповое. Краснодарка, например, она нормальная. Но Краснодар сюда вроде подсылки шлет, она говорит, есть мотор. Yeah.
черепашечку плюсевку сидеть на креслах может особо даже. Запрягаться может только немного приподнять. И выйдет так в этой песне. Футбол справа и лево. Раз, два. Попробуем. Подруга не спит.
спокойно песни, можно немного расслабиться. У нас тут лирика. Thank you.
еще больше в интерес. А ты ее привез родителям моим. Было сразу видно, что она по дороге. И она меня привез по мужчине моей. Да поставил на дверь, на стрёмой день. Хотя славя не назвала моей вещей. И я понял, что она стрёмая вообще. Thank you.
будет живы и будет пить, и никто не пропадет. Так она с нами не экспериментирует. Особенно в таких исконно-русских городах, как Тверь, Воронеж. Yeah.
Прочистка меня за любовь. Командщик девочек ходит по улице. Смотрит в его глазки. И значит, что твое дело просто не доходит. А она приборчиво посвящается группе «На-на». Но называется совместно «Давай, давай». Если смотреть с такой дешевенькой парке. Yeah.
деле, в натуре самым таким несчастным мужчинам посвящается это тем, у кого уже давно на пол шестого. Уже нет никаких вариантов, чтобы его поднять на место. Что-то подвинуться. Потом, конечно, страдает весь женский пол. Короче, я вам сейчас советую, чтобы мы не мужик обшить, а были конкретно мужиками, чтобы он сказал, что все нормально, а Лев... Примерно так, Лев Тоста. Это чисто от души. Импотент! Yeah.
Саш, а вам нравится? Саш снимал там все. А Саша, ну, по делу. Миш, чего? Что скажешь? Что, Добрынин лучше? Или... Конечно, Добрынин. Нет сомнений. Я тут не была одежи, да, Саш. Тюремщики, да. Что ли, такие блатные песни только там, наверное, поют. Это да, ребята лучше. Где-то были. Хорошо прежде, бы еще приехал, эту знаете, сцену. Кто Евдокимов бы к нам. Да, вот Евдокимов еще, да. Ой, как я его люблю. Как вам концерт? Да, концерт. И то не запоет. Не нравится? Уж очень. Хорошо? Не очень. Это хорошие слова, да? Самых маленьких, ну, я боялся повторить. Начинаем от трех и до пяти. Детская сказочка про Снегурочку и Дед Мороз. Конечно, не важно, чтобы пели дети в детском саде. А мы спросим такой один провокационный вопрос. Подпевать будем? Окей. Последнюю строчку припев будем играть так, давайте, чтобы вот этот зал лопнул опустить. Здравствуйте, детишки. Платье пришли. Я сейчас на сказку сглазаю всегда. Сказку про Снегурочку, ледяную дырочку и про Дед Мороза, вот и все пока. Thank you.
худел, бабка лежат на печи. Баба говорит, помнишь, дед, как мы раньше первый раз встретились лет 100 назад? Как сидели под сиренью, как ты меня первый раз поцеловала. Да помню, баба. Ну давай вспомним молодость. Опять свидание себе назначим. Давай. На следующий вечер где-то сапоги себе почистил, голубей обгладил. На завалинку сел косячок, как и за бабку сел. Слизь, ждет, тащится. Старухи час, нет, два, три. Дед из Минька в кассу забегает. Ты че это, коза старая, ты долго буду ждать? А меня мама не пустил! Всем колхозным, совхозным, деревенским, хуторским чувакам, которые по жизни просто тащатся, посвящается колхозный бар! Чувак, это мой.
С таким хайером, ветром, с таким. Съела, попердывала, покуривала и сверху на него поплевывала. Унижала, короче, его мужское достоинство. Баба Такеровича. У нас конкретно, да, берешь пузырь, подходишь к Кате и говоришь, слушай, коза, если не выйдешь, будет очень неприятно. Возле дома твоего. Yeah.
потом, давай? Позже. Самое такое мелкое, противное. РПЦР! Которое грызется, как собака. Что это такое? Да, какие комары. Такое мелкое вообще не видно, такое живет на детородных органах, чешется, кусает. Которое любит заниматься спорами, я сейчас тут же заряд выговорю. Доехала. Ядрена Борщ.
Из наших последних новостей я могу сказать только то, что сейчас мы уже доканчиваем альбом, самый такой новейший, 95-го года. Но останься с нами! Останься! Рабочее название, которое будет называться «Газовая атака». А как она вам понравится, я не знаю, посмотрим. Ну, там будет дальше новость, как и на всех наших предыдущих. А сейчас, чтобы вы хоть немного так задумались о жизни и смерти, песни из наших самых первых альбомов, а конкретно из альбома «Зловещие мертвецы», который называется «Когда помрешь». Thank you.
Вот, автограф! А там жалко. Лёва, зайдёшь после концерта ко мне, я тебе напишу. Тёма! Ой, 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 ой! На выходе, подожди, подожди, нифига не переживай. Мария! Где такой плакат? Да он как наш штука. А я в гости на следующий раз куплю. Спасибо. Братан, здесь, пожалуйста. А Юра-то где? Юра. Придет, да, Юра? Он говорит твои слова. Сделай. О, это будет, блядь, всю жизнь съел, моя. Парькойка, только не жмите, пожалуйста. Давай. Уже твои слова. Сделай. Девушку. Девушку. Давай, девушку. Меня девушку единственную пропустите, пожалуйста, я прошу. Единственную, вот я девушка, единственная. Успеем, девушка. Вот мой хороший. Пишите мне, пожалуйста. Ну, долго ждать в конце. Сейчас. Уже полчаса идет. Очень здоровский, ты что? Приятно было послушать, ну, не без, без принцесс. И на, ну, в общем, очень было здорово, я так могу сказать. Хоть пилоты. От какой вы организации снимаете? Просто интересно. Что, по поводу концерта скажешь что-нибудь? Концерт нет, отлично. Все было хорошо, отлично. Вообще нормально. Отлично, вообще концерт надо таких побольше. Побольше концертов. Пусть Юра чаще приезжает. Не то, что Юра, чтобы побольше таких вот групп, чтобы побольше приезжает. Ну это я понял, а что тебе тут кажется? Юра огромный. Все, кайф было, кайф. Всем пацанам в Воронеже. Все клево. Он сейчас вышел, самое главное. Юра, ты выйдет? Да, главное, чтобы Юра вышел. Выйдет? Все было здорово, пускай еще приезжает. Ладно, чтоб Юра сейчас слышал. Ну еще пацаны все делают. Да. Не, вот самые посчитаем пацаны, вот дали только билеты. На каждом билете что-нибудь будет, да? Не, ну правильно. Пишу. Ну самым клем пацанам. Самым уважаемым. Не курка, ты что? Фанатам. Я у тебя буду бегать, твою куртку искать не буду. Да мне и куртки вообще. Ну хорошо, вперед. Я дарю группе сектор. Какого концерта скажешь? Классный вообще концерт. Мне очень понравилось. А что еще? Ты так вяло. Как вяло? А что тебе надо вообще? Кирка, я беру первый. Хватит, ну чего ты как это, ну чего сюда, ну как зверинце. Юрия! Юра, Юра, спасибо. Юра, не убегай. Здесь будешь, да? Пока. Давай. Ну не спешите, давайте по очереди. Ну да, мы пропустите, бар еще пропустит. Ну что, погоди так. Вот,
Никому не отдам. Не снимай, давай. Крутой план, Марина. Я сам пекчу в кармане. Я все плаваю. Да! Тихо, парень, я понял. Коля, Коля, Курдыга, как тебе концерт, Коля? Дима, не уходи. Как концерт, скажи? Юра, ты мужик! Ты мужик, ты молодец! Ты мужик? Сашка, теперь спать. Ты что ты в тяжелой атлетике занимаешься? Не надо там снимать! Не люблю его. Ну что же это как дети, а? Юра, пожалуйста. Нет. Какую лапу? Копыта можно? Ну все, ребят. Все, все. Нет. Юра, Юра. Юра, я сам. Я сам. Начало, Юра. Юра, как брат. Юра, Юра. Юра, как брат. Юра. Юра! Юра! На троих троих. И пошире диафрагму, пожалуйста. А я тут потел уже весь, как с вами. Это неправда. Маловато будет. Отвели что-то? Я не буду спрашивать, просто я потом прям сразу. Концерт был очень классный, Кирчане. Я еще к вам приеду. Если вы придете на мой концерт, я думаю, вы разочарованы не будете. Желаю вам счастья, здоровья от всей души и долгих лет жизни. Привет. Дай ему помаши, там что-нибудь такое активное, знаешь, это самое. Давай. Я тащу. Мне так нравится Юра Хой. Это просто класс. Ну, а ты про бардак что-то говорил. Ну, если честно, это настоящий бардак. Конечно, любители, я в этом, может, ничего не понимаю.